Вика. Опа. Так. Гараж. Все, еще кто-то. Да, да. Сейчас планирую. Ну, это у нас еще этот, недостроенный. Да, в процессе. Здесь будет стена природным камнем отделана полностью. Здесь все по-другому будет. Двойник, здесь полы будут совсем другие. Это гараж будет, да? Это гараж, да, это гараж. Топка здесь совсем другая будет, здесь уже. А, ну, вот это топка в бане, да, да? Да, вот это у нас баня. Угу. Стена. Стена банная. То есть она топится с гаража. Да. То есть сразу говорю, почему с гаража? Потому что гости приехали, много народу, чтобы при всех же ты не будешь заходить подтапливать. Люди греются, дровишки кинул, температура поддерживается. Лучше, что нам отдельно всегда да. Туда. То есть, вот я топку сужу. Даже не в предбаннике, а снаружи, снаружи получается. Нет, конечно, мусора нет, грязи нет. Все, он идет от собой. А мы сейчас закроем каждый сюда попадет. Так. Обувь снимаем. Это в баню, да, мы сейчас заходим? Это увидите, куда вы заходите. Перед банник. Можете вещи сюда, вернее, обувь сюда смотреть. В принципе, здесь чисто. Дорожка. Это вот баня у нас такая вот. А здесь что такое? Подожди, вы, дай, давай зайдите сначала, сюда. Иди, да, вот. Что ты... Вот полиночка. Это вот у меня средний сын всю отделку это делал вот, полностью. Угу. Вот. Вот это вот с той стороны получается да. Топка. Да, да. Здесь парилка. Да. Так вот. Да. Отделка. Блин, пройди. А это липа или что это? Да, липа, конечно. Из липы. Печка самодельная, но такая, которая действительно достойная. То есть я... Это верхняя одежда шкафчик. Снимается там, нижняя одежда здесь. Ну, когда гости приезжают, ну, да, бывает, да. Что я как бы в религию, мусульмане приезжают, семьи приезжают, как бы проблем нет. Только это комната вот, отдыха. Нет. Здесь вот получается душевая вот, полностью сделана. Вот так вот, смотрите. А что оттуда с сауной здесь смываться, моется? Конечно. А сейчас увидите, почему надо так сделать. Это вот на туалет. А всякие листья, все вот эти от веников, все идет же туда? Нет, зачем? Вы ждите, что оттуда смывает? Это вот туалет, все как положено, угу. Там, да, все есть. Лен, что оттуда санузел. Смывает? Не, ну когда в парной паришься, а потом мыться туда идти. Зачем ты же вышел? А смываться надо вот из-за этого. Вообще шикарно. Проснулась? А вот почему надо там смываться. А вот это что это? Массажный. Бочка какая-то. Это бочка, это где как финская это как. А, гидро. Джакузи. Массажный. А это бассейн. Главное не свалиться. Ты меня в бассейн не толкни, а то я сейчас быстро этот испробую. 18 дней собирали ракушки во Вьетнаме. Все настоящие ракушки вокруг зеркала. Можешь подойти, посмотреть. Звездочки, ракушки, все настоящие. Только жемчуг не настоящий. Настоящие ракушки. Температура бассейна 30-31 градус. Можешь потрогать. Вот теплый, да? Ну, сбоку. Вот, девочка, трогаешь, теплый? Да. Я люблю теплый бассейн. Mm-hmm. О, прикольно. А то этот, в ледяной бывает зайдешь. Mm-hmm. А там не ходить почему? А там это все это. Насосы все полностью. По второй очереди. А это сматывается? Да, да, да. А сапог просто убирается, ближе ролик. Вот какой газон должен быть. Сами живем, сами так убираться.
Вот это мы тоже делаем. То есть это не кто-то, это мы делаем. Это наша работа. Натяжной потолок, да? Да. Жена заходит и говорит, а что, говорит, второй этаж-то не добил? Я говорю, здесь и бассейн видать тоже. Видишь, как увеличивается. Это глянцевое, если, да? Да. Глянцевое увеличивает объем, да, пространство. Вроде бы потолок низкий получается, да? А из-за того, что отзеркаливание, получается то, что... Получается где-то басовый. Артур, а дизайн чей? Сами придумали. Театр, да? Сами тихо. Сейчас пойдемте другое посмотрим. А тут второй этаж еще есть? Конечно. Офигеть! Я-то думал, это одноэтажное здание. Нет, я не думала, что это массажное кресло. Теперь со своими 3 на 5 домиком скажешь. Пока ничего не скажу. Массажное кресло тоже работает. Все работает. Теннисный корт. Вот можете отсюда газон посмотреть. Это просто баня. Это просто баня. Это просто баня. Это баня. Но, когда у меня старые товарищи здесь не знали, когда я что-то начал строить все это, я говорю, когда приедете, говорю, на дачу в гости? На дачу, да. Вот так вот. Это дача, не часто. Это только дача. Это только баня. А это просто газон. Домой не водите, а то в обморок упадут. Домой мы не приводим, это однозначно. Домой нельзя. А вот это что такое? Это беседка. Тоже в процессе мы его доделываем тихонечко. Ну, пока надо те дома нам в первую очередь доделать. А если они ночевать где-то что-то?